Хочешь, чтобы у твоего оружия в Warzone не было отдачи? Тогда М13 — это твой выбор. Это универсальная штурмовая винтовка из Call of Duty Modern Warfare — идеальный выбор для боя на средней и ближней дистанции. М13 — оружие, у которого газоотводная система с коротким ходом поршня, что обеспечивает высокую скорострельность и низкую отдачу. Но такая скорострельность и отдача компенсируются самым низким уроном по сравнению с остальными штурмовыми винтовками. 36 урона у М13 и 45 урона у FFR, и это в голову. И из-за этого во втором сезоне Warzone она не дотягивает до самых сильных пушек в игре, FFR или AMAX, у которых урон и отдача чуть выше, но скорострельность в случае AMAX ниже. Напомню, что скорострельность у М13 — 900 выстрелов в минуту, что ставит ее в один ряд по скорострельности с FFR. Однако не стоит списывать М13 со счетов. Хотя она и не дотягивает до звания лучшей штурмовой винтовки в игре, она с легкостью позволяет убивать врагов благодаря своей невозможности промахнуться. Потому что если уж вы навелись на цель, то будьте уверены, что все пули из вашей длинной очереди попадут туда, куда надо. Итак, какая же сборка для М13 у меня в этом видео? Это монолитный глушитель и дуло Tempus Marksman для увеличения дальности стрельбы и снижения отдачи, магазин на 60 патронов, рукоятка Commandos для дальнейшего снижения отдачи и прицел PBX-7 Holosight, а также камуфляж Damask и синяя точка для прицела. Наслаждайтесь. Не успел к тебе сюда. Я думал, там подъем. Пошли. А вы куда можно? Сторож двое упали. Закалил. Туалет с той стороны. Engaging shooter. Нами. 15 метров. That cash is ours. О, подо мной. Ладно, если что позовите, я по соседней комнате шахту соло поиграю. Еще чувак в магазин. Да, на магазин выкуп. Или да. Она видела. На нас будет. Поняли, Леш. Fighting fit. Еще где-то есть. Али приближает. 40 прыгнула. Да, на вас телефон. Hostile foot patrol. Fuckers have me targeted. Хорошо, вот. Relocating. Я ждал, гнетку. Хорошо. Так я метку поставил. Гараж. Нас стреляли в футбол. По-моему, с отеля. Enemy UAV,
Да, снайпер. Hostile foot patrol. Bounty target has been marked. Kill him. Gas is inbound. Marking new safe zone. Синий зад. Еще один вот там. На зеленый домик. Меня второй раз выживает. Зеленый мет. Вот. Домик. Вот у кого. За домиком лоб. Бурда пора. Надо вас снайпер себе. Снайпер себе. Не работает, что ли? Так, мне очень нравится в центре бомберда. Так, вон за вертолетом остались человек один, видно. Двое. Давайте запушим их, конечно. Пошли попробуем. Тут все вместе. Иду. А, трое уже есть. Каш. Сзади. Я слышал. В центре. Friendly recon inbound. Так, UAV entering the AO. У меня вертолет. Так, у нас впереди много, сзади один. И еще по... Того, которого я нокнул, он не встал. Чем встал? Пойдемте на зеленую, пойдемте назад на минус. Два. Сейчас давайте встречать чуваков вот с этого магазина. Попробуем. С какого? Ну, с зеленой точки. Они выкупили там кого-то. Да, он упал. Вон летит. Не палите сразу, а... Ладно, я пусть хорошо нажать кого-то. Move here. Да, нокнуть, скажите, у меня есть. Нок. Marking airstrike. Они за будкой. Кластер был лучше здесь. Impact, no joy. Так, помните о том, что у нас справа человек. Да, я вашего ногу открываю. Давай. Я ближнего долбал. В этом большом ангаре были чем? Да, вижу. Он внутри ангара, Леш. Понял. Но их там много было, не знаю. У него гост. Без брони. Там, да, в конце. Одного убил. Розу я убил. Там. Да, это Роза была.
ней вертолеты. Можем супер бэппл сделать. Ну давай. Еще одну пустите, еще одну. Дайте авиабарму, плиз. Забрал, забрал. Что в зону? Вот здесь на зеленый двое. Один наверху, один вот здесь где-то, один вот здесь. Engaging shooter. Перебежал. Located tango. Дай бэпку. Be advised. Friendly precision airstrike. Friendly UAV overhead. Just closing in. Не попал. Target appears hostile. В дауне, на красный. Ну, он внутри, ты его не видел. Передо мной 38 метров лишь. 30 метров передо мной. Лежал. Вот он в этой трубе. Мой единственный килл, но победный. Камал Спитян завел. Красава. Нормально таки по урону. А, бля, у меня 6 фрагов, у меня в 2 раза больше, меньше фрагов на урона. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Лайк и подписка будут очень полезны в развитии моего канала. Новое видео будет очень скоро. Увидимся позже.